Всем привет, и мы продолжаем приключения нашего любимца Эджея, охотника на зомби. Ну что же, друзья, мы находимся в китайском квартале. Давайте-ка мы полетим. Ой-ой-ой, друзья, оглушили нашего Эджея. Ничего себе, какой оказался вредный зомби. Вот, и отлично, не сработал, конечно, к сожалению, наш гарпун. И вредный зомби уходит, но мы сейчас используем вот так сеть. И получилось, друзья. Что-то я вместо, вот, выбрал сеть вместо пушки Теслы. Но ничего, отлично сработала тест. Удалось нам поймать зомби. Оказался очень вредным. Но тем не менее. Отлично, друзья. Перехожу я назад на гарпун. И попробуем здесь поймать очередного зомби. Итак, кто же здесь у нас появится? Вот такой вот оказался бронированный зомби. Давайте-ка, друзья, вот так. Удалось его при помощи гарпуна. Ну, дальше, друзья, конечно же, нужно будет перейти либо сеть, либо пушку Теслы. Начал я уровень, немножко неудачно, но тем не менее. Итак, здесь должен быть один зомби. Давайте-ка мы попробуем его поймать при помощи гарпуна. Итак, спрячусь я вот здесь на контейнер. Посмотрим, кто здесь у нас появится. Вот такой вот оказался летающий. Ай-яй-яй, друзья. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Итак, выстрел. И еще выстрел. Ай-яй-яй, друзья. Падаю. И вот. Да. Удалось. Немножко, конечно, выстрел пропал. Но все же удалось поймать нам очередного зомби. Итак, друзья, где остальные зомби? Непонятно, сейчас поищем. Ага, друзья, вот какой интересный оказался ниже по уровню. Давайте-ка я брошу мозг и брошу здесь ловушку Теслы. Посмотрим, что из этого получится, друзья. Итак, прячемся. И вот так. Здорово, друзья. И, по-моему, все зомби я поймал. И да, очко мастерства мы получаем для старшего из истребителей. Ну что же, неплохо. Давайте-ка, друзья, вернемся в кафешку. Посмотрим, как бизнес Эджея. И, конечно же, друзья, нужно будет нам купить и поставить пушку Теслы. И здорово, друзья. И мы переходим на новый уровень, на 56-й. У нас новый продукт. Не знаю, что это за продукт. И новые зомби. Итак, нужно построить новую зомби-машину. Итак, друзья, отправляемся в самый конец. Есть у нас зомби-машина. Стоит она 40 тысяч. И для этого нужно будет для ее производства два маленьких зомби с ракетами. Вот такой то ли Тофи Битс, какой-то перчик нарисованный. Вот такой вот интересный продукт. Ну что же, здорово. И вот Эджей говорит: я рад, что теперь у нас будет еще и полезные овощи, а не только всякая сомнительная продукция, типа испорченных морепродуктов. Отлично. Но на самом деле это перемолотые гниющие трупы. Другого мы тут не продаем. Ну что же, здорово, друзья, очень неплохо. И давайте-ка посмотрим, какая у нас сегодня миссия дня. А миссия дня поохотится на диких животных. Так, на чьей стороне мать природа, поохотится на змей, летучих мышей, крабов и прочую живность. Итак, нужно поймать 11 животных. Ну что же, друзья, запускаю я вот эту миссию. Кроме того, друзья, нужно нам произвести вот креветок 80 единиц и продать продукции на 1950 единиц. Ну что же, запустим креветки. Вот они, для этого нужны мелкие зомби, причем их 45, а нам нужно произвести 80. Кроме того, друзья, я подкопил денег и сегодня хочу купить интересную шапочку и вот такую вот маску волка. Здорово, друзья. Интересно, как будет Эджей выглядеть в этой маске. Отправляемся с вами сразу же вот в китайский квартал. Здесь очень сложно, но нам нужно, друзья, поймать этих интересных животных. Итак, выбираю я пушку Теслы. Выбираю вот ловушку Теслы. Ну что же, шлем волка у нас уже есть. Вперед, друзья, попробуем сегодня с Эджеем поймать очередных зомби и выполнить задание. Итак, нам нужно ловить мелких летающих тварей. И кроме того, нужны, друзья, мелкие зомби. Итак, давайте-ка я вот спрячусь вот сюда и посмотрим, кто же у нас выпадет. А вот такой вот оказался зомби. Довольно-таки здорово мы его поймали. Итак, отправляемся дальше. Посмотрим, что здесь.
Ага, ниже у нас есть. Ой-ой-ой, друзья, оглушили, оглушили Эйджея. Ой-ой-ой-ой. Вот вредина, вот вредина. Вот оказался вредина. Вот так мы его поджарили. Ага, где же этот зомби? Ушел, 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 к сожалению, друзья. Вот есть они. И да, 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 друзья, удалось мне поймать этих двух зомби. Отлично, плюс еще множество монеток. Итак, друзья, я видел, пролетали две птички. Давайте-ка мы попробуем их споймать, а тогда, да, а потом дальше уже займемся остальными зомби. Так, где же птички, где же птички? Наверное, друзья, они улетели. Наверное, улетели, к сожалению. Было две птицы, не хотел я, друзья, на них уже распыляться. Ну что же, улетели, значит, в следующих миссиях попробуем поймать следующие птички. Итак, здесь есть у нас двое зомби. Давайте-ка, друзья, я попробую вот так остановить здесь ловушку Теслы. Попробую их погнать отсюда. И выберу оружие, пушку Теслы. Ну что же, посмотрим, посмотрим, кто здесь у нас попадется. Итак, друзья, да, 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 здорово, отлично. Удалось мне, друзья, поджарить вот этих двух зомби. Итак, посмотрим, кто еще здесь попадет. Ну, здесь я возьму, друзья, гарпун. Возможно, с гарпуном мы справимся. Да. Ага, ну вот, здорово сработала ловушка Теслы. Ну что же, неплохо, друзья. Получаем мы очко мастерства. Всех зомби мы поймали. Очень хорошо. Но вот, друзья, не удалось нам поймать. Не было на этом уровне мелкого зомби. Печально, но тем не менее продолжим игру. Итак, ищем, ищем мелких зомби в китайском квартале. Одну миссию мы прошли. Друзья, переходим к следующей миссии. Итак, нужны мелкие зомби. Итак, начинаем миссию. Отправляемся вот в поход за зомби. Друзья, напишите в комментариях, как понравилась ли вам вот эта новая маска волка нашего Эйджея. Довольно-таки забавно. Итак, здесь должен быть зомби. Давайте-ка, друзья, вот я вот так гарпуном... Ай-яй-яй, какие шустрые оказались. Вот, отлично, одного поймали. И еще один. И вот так. Ой-ой-ой, какой шустрый оказался. И здорово, друзья. Ай-яй-яй-яй, оглушили, оглушили Эйджея. Ай-яй-яй-яй, что-то неудачно, неудачно, очень неудачно получилось, друзья. Вот не получилось у меня причем и воспользоваться пушкой Теслы, но тем не менее, хорошее начало. Итак, друзья, бежим дальше, бежим дальше. Нам нужен мелкий зомби. Мы где-то что-то не можем мы его найти. Ну, попробуем еще здесь поискать. Итак, вот такой вот два забавных джентльмена. Давайте-ка мы попробуем их поджарить с помощью пушки Теслы. И да, 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 здорово, друзья, получилось. Установлю я еще ловушку. Бросим мозг и посмотрим, что же у нас появится. Ага, ну, вот, кстати, тоже хороший результат. Итак, давайте-ка я спрячусь, посмотрим, кто же выйдет из вот этой... А вот он, друзья, вот он, этот мелкий зомби. И да, 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 появился, появился, поймали мы первого мелкого зомби. Очень приятно, друзья. Кстати, нужно будет глянуть, друзья, в кафешке, сколько же нужно мелких зомби, чтобы запустить вот эту зомби-машину. Давайте-ка мы отправимся. Ну и сразу же, в принципе, друзья, мы можем вот попробовать запустить зомби-машины. Пусть пока производят продукцию. Вот так. Вот эти, кстати, тоже мы можем запустить. Вот. Пляжных у нас довольно-таки много. Пусть производится. Девушек-зомби запустим. Так, что здесь у нас? Лепреконов мы можем тоже запустить. Пусть производится продукция. Вот этих забавных зомби в шапочках давайте-ка запустим. В лыжных шлемах и в шапочках. Ну что же, неплохо. И еще вот этих давайте-ка, друзья, запустим. Итак, производство идет неплохо, неплохо. Здорово, кстати, друзья. Ага, этих в шапочках маловато у нас, поэтому пока, друзья, я их не буду запускать. А здесь, вот видите, друзья, у нас только один зомби есть. Не хватает, чтобы запустить еще вот эту зомби-машину. Нужны ингредиенты, поэтому, друзья, отправляемся с вами в поход. Нужно ловить, друзья, птичек. Только одну птичку мы поймали. Вот видите, и, друзья, кроме того, еще нужно ловить вот этих мелких зомби. Итак, отправляемся, отправляемся, друзья.
на охоту с Эйджеем. Довольно-таки непросто здесь в китайском квартале нашему Эйджею совсем справиться. Но тем не менее, друзья, давайте-ка мы ему поможем. Итак, выберу я пушку Теслы. Ой-ой-ой, друзья. Вот. И здорово, здорово, друзья. Очень хорошо сработал наш Эйджей. Итак, давайте-ка я попробую вот сбить птичку. Да-да-да, вот сбил я птичку. Очень хорошо. Итак, два задания уже выполнено. Давайте-ка поэкономим заряды. Брошу я пока мозг. Ага, вот, кстати, друзья, еще птичка. Отлично, отлично. Итак, уже третья птичка сбита. Прячемся, прячемся. И кто здесь у нас? Ай-яй-яй-яй. Оглушили нашего Эйджея. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй. И ушел заряд, друзья, к сожалению. Ничего. От Эйджея еще никто не уходил. Но, к сожалению, один зомби все же ушел. Все же ушел один зомби. Итак, неплохой результат. Друзья, выберу я гарпун и попробую поймать очередного зомби вот здесь. Итак, прячемся. Посмотрим, кто же у нас попадется, друзья. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И да-да-да-да-да. Удалось. Всех троих зомби мы поймали. Очень неплохо. Итак, давайте-ка, друзья, еще бросим вот сюда. Спрячемся и посмотрим, кто же здесь окажется. Вот так. Здорово. Очередной зомби пойман. И еще вот так. Неплохо. Отлично, отлично. Ой-ой-ой-ой-ой. У нас Джей чуть не упал. Так, нужен заряд пушки Теслы. И ушел. Ушел, к сожалению, друзья, ушел. И вот не удалось нам поймать мелкого зомби. Ну что же, друзья, пока пойдет обновление. Давайте-ка мы с вами продолжим охоту. Только отправимся, друзья, с вами либо на болото, либо в зимний мир, либо в пустыню. Вот пока здесь идет обновление, давайте-ка мы отправимся, друзья, с вами в болото. Вот, восстановим пушку Теслы. Отлично. И постараемся выполнить задание, наловить вот этих мелких тварей. Отлично, отлично. Итак, здорово, друзья. Отправляемся на болото. Посмотрим, кто здесь у нас попадется. Ну, здесь самые простенькие зомби. Вот так мы здорово гарпуном с ними расправляемся. Отлично, прячемся, чтобы не спугнуть зомби. И вот такие два оказалось здесь толстенькие. И вот есть птички. Отлично. По-моему, это летучие мыши. Вот, очень хорошо. Ой-ой-ой, что-то промазал. Отлично. И еще одна птичка есть. Здорово, здорово. Видел ли, друзья, я... Ага, вот. И еще вот так. Да, 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 да. Итак, уже 5 птичек есть. Очень неплохо. Так, будем ли мы использовать пушку Теслы? Ну, я думаю, друзья, нет смысла на этих бедненьких зомби. Они очень слабенькие. Но, тем не менее, смотрите, какие шустеры оглушили Эйджея. Ну, ничего, сейчас Эйджей свое дело сделает. Вот так, получайте. Итак, очень здорово сработала пушка Теслы. И миссия выполнена. Вот, замечательно, замечательно. Итак, 5 птичек мы уже поймали. Вернее, 5 животных. Не обязательно птиц, достаточно любых животных, чтобы выполнить сегодняшнее задание. Итак, друзья, переходим к следующей локации. Давайте-ка мы перейдем в пустыню. Кстати, хорошо бы было бы, друзья, поймать еще... У нас уже открыты боссы. В некоторых видео я их поймал. Нужно будет сделать отдельное видео по боссах. Как их ловить. Ну, а пока, друзья, вот пробуем и ловим. Ловим вот так. Ой-ой-ой, уходит девушка. Вот так, здорово, здорово. И вот здесь вот такой вот забавный. Отлично, отлично. И 5 единиц плутония, друзья, удалось нам поймать. Так, нужно сбить пеликана. И да, 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 друзья. И еще один пеликан. Давайте-ка мы вот так собьем. Да, здорово, друзья. И 7 животных уже собрано. Отлично, бросаем мозг и прячемся. И да, вот так. Ай-яй-яй, к сожалению. Вот, девушку и пляжного зомби мы поймали. Кроме того, еще собрана деталька от зомби-машинки, шестеренка. Так, неплохо, неплохо. Ай-яй-яй. Вот так, здорово, отлично. И еще 2 зомби пойманы. Ну и посмотрим, кто здесь у нас попадет. Вот как просто играть вот в этих на пляжу и на болоте.
после китайского квартала. Китайский квартал какой-то очень сложный, а вот после китайского квартала очень просто, даже просто с гарпуном играть на болоте или вот здесь на пляже. Итак, друзья, продолжим охоту. Давайте-ка мы с вами вернемся, уже перейдем в зимний мир с нашим Эйджеем и попробуем здесь тоже наловить птичек, либо других животных. Кстати, очень шустрые здесь волки. Ну, попробуем поймать волка. Итак, отправляемся. Вот, кстати, здорово подходит маска волка и у нашего Эйджея, и еще здесь настоящие волки. Так, выберу я сразу же пушку Теслы, спрячусь. Вот, ой-ой-ой, друзья. Ой-ой-ой, не в ту сторону побежал. Итак, давайте-ка, друзья. Ой-ой-ой, хочу догнать животных наших зомби. Ай-яй-яй, неужели они идут? Ушли, к сожалению. Вот так неудачно, друзья, у меня получилось сегодня. Ну что же, пока, ну, значит, пробуем сбивать птичек при помощи гарпунов. Думал, все же удастся мне. Вот. Хорошо уклонился. Вот, ну, вот вредины какие. Ну, все. Достали Эйджея, и он вот так, ну, вот. Ну, нет слов, чтобы возмутиться. Итак, вот, выстрелил я пушкой Теслы, по-моему, или оглушили, не дали выстрелить. То есть удерживал кнопку, но не удалось уже, друзья, с ними справиться. Очень оказались уж хитрые зомби. Ну что же, тогда вот на хитрость мы хитростью. Оставлю я вот здесь ловушку Теслы, брошу мозг и посмотрим, кто же попадет. Итак, здорово, друзья. И вот так, да, сразу же четверых, друзья, я поджарил. Итак, нужно собрать. Не успел я забрать ловушку Теслы. Ну, как-то вот так, друзья, получилось. Не очень удачно, но, тем не менее, хороший результат. Итак, друзья, давайте-ка перейдем в кафешку. Посмотрим, как идет бизнес Эйджея. Возможно, запустить несколько зомби-машин. Итак, 428 продуктов мы уже продали. Давайте-ка, друзья, еще запущу несколько зомби-машин. Пусть пока идет производство. Итак, неплохо. Вот здесь мы позапускаем. Очень здорово. Кстати, и вот этих мы можем запустить. Пусть пока производятся. Так, лепреконов запустим. Вот этих в шапочках интересных зомби. Ага, не будем мы убыстрять. Не будем тратить плутоний. И еще вот этих в шапочках симпатичненьких мы тоже запустим. Ну и пока, друзья, достаточно. Итак, нужен нам еще мелкий зомби. Так, друзья, продолжаем игру. Нужно нам еще вот по заданию добыть 4 птички. Нет, 4, 3 птички. 8 уже есть, нужно 11. 3 птички еще нужно добыть. Ну что же, друзья, отправимся с вами в поиск. И давайте-ка мы с вами перейдем. Так, еще нигде нету. Ну пока давайте-ка, друзья, я отправлюсь на болото. Здесь очень просто добывать этих птичек. Добьем птичек и выполним сегодняшнюю миссию. И, конечно же, нужно будет в китайском квартале еще поймать мелкого красного вот такого летающего. Ага, вот здорово, друзья. Есть у нас змея. Вот девятое. Да, девятое животное мы поймали. Он не понял, как это они глушили Эйджея. Я, по-моему, первый должен был выстрелить. Вот так, здорово, хорошо. Еще вот так, отлично. Замечательно. Итак, где тут змейка? Вот она. Очень здорово, очень хорошо. Итак, посмотрим, что за мелкий зомби. Вот такой вот бронированный. Ничего, Эйджей вот так замечательно с ним справился. Ну, не будем, друзья, с этими вот зомбами играться. Вот так поджарил я их при помощи пушки Теслы. И да, миссия дня, по-моему, выполнена. А ну-ка, друзья, получили мы очко мастерства. Достаточно, либо недостаточно. По-моему, еще одно животное оставалось. Давайте-ка я продолжу охоту. Посмотрим, что же происходит. Удалось ли нам поймать уже всех? Нет, еще одного животного не хватает. Но, думаю, мы его и в китайском квартале найдем. Вот как раз обнаружены зомби. Давайте-ка отправимся в китайский квартал. Нам нужен один мелкий зомби, чтобы запустить новую зомби-машину.
Очень интересный зомби с ракетой. Наверное, здорово они взлетают. Не будем мы, друзья, рисковать. Установим вот здесь пушку, ловушку Теслы. Бросим аккуратненько мост. И выберу я пушку. И да, да, очень здорово сработала ловушка. Поймали мы всех зомби. Вот жаль, жаль только, друзья, что маленький красненький не попал. Ой-ой-ой, какой-то оказался очень-очень шустрый. Ой-ой-ой, друзья, какая неудача. Ушел, друзья, к сожалению, ушел. Вот и упустили мы, кроме того, двух птичек. Ай-яй-яй, и оглушили Эджея. Вот вредины, что делает. Отлично, и вот, использовали мы пушку Теслы. Итак, где-то у нас были, друзья, две птички. Интересно бы их найти, но пока, друзья, не вижу. Улетели, не смог я их достать. Ну, ничего, значит, друзья, еще найдем. Давайте-ка пока, друзья, я посмотрю. И здесь есть последний зомби. Ну что же, попробуем его поймать. Спрячемся вот за кустик. Отлично. И еще вот так. Ой-ой-ой, друзья. Вот так. Да. И удалось поджарить при помощи пушки Теслы. Очень хорошо сработали. Собрали множество зомби. Но опять, друзья, мелкий не попал. Не попал, просто обидно. Давайте-ка мы, друзья, продолжим охоту. Давайте-ка мы запустим еще миссию в китайском квартале. Очень оказалось, друзья, непросто ловить вот мелких зомби, вот этих с ракетой в китайском квартале. Но, тем не менее, друзья, продолжим миссию, чтобы запустить зомби-машину. Итак, друзья, отправляемся в китайский квартал. Вот сюда нам нужны... Нужны очень хорошо сработать. Ну что же, друзья, давайте-ка посмотрим. Ой-ой-ой, видите, даже не дали приблизиться вредные зомби. И да, вот так здорово на расстоянии я их поджарил. К сожалению, не вижу я пока летающих птичек, чтобы выполнить сегодняшнюю миссию. Но тем не менее, друзья, давайте-ка вот пока вот так спрячусь, посмотрим, кто здесь у нас появится. Ой-ой-ой, очень оказался шустрый. Убрал голову. А вот так. Вот, ой-ой-ой, какой шустренький оказался. Ничего себе. Ой-ой-ой, друзья, ну это цирк. Не смог попасть я в этого зомби, а оказался какой-то он больно шустренький. Ой-ой-ой, а еще вот это тоже что-то не очень хорошо. Вот, давайте-ка, ой-ой-ой, оглушил Эджей, не успел Эджей выстрелить, ничего, вот, ой-ой-ой, ушел, вот так мы его оглушили, отлично, есть, друзья, здорово, все же удалось нам поймать вот этого вредного зомби. Ну что же, друзья, посмотрим, кто еще здесь к нам попадет. Ага, вот есть мелкие зомби, есть, друзья. Но нашего Эджея оглушили. Отлично, и выпал золотой болт. И нужно догонять мелкого зомби, друзья, нужно догонять. Отлично. И еще... Ай-яй-яй, друзья, ушел мелкий зомби. Не удалось, друзья, мне его поймать. Оказался очень шустрый. Недостаточно оказался я быстрый, чтобы поймать вот этого мелкого вредного зомби. Нужно было все же, друзья, в концах экрана размещать ловушки Теслы. Тогда есть больше вероятность, что вот если зомби будет уходить, мы сможем его поймать на ловушку Теслы. Например, вот так. Сейчас установлю в конце ловушку Теслы. Если же зомби будет уходить, мы его поймаем. Вот, например, как вот этот. Ну, этот оказался очень прост. Итак, давайте-ка, друзья, я заберу ловушку. Не удалось почему-то мне ее забрать. Итак, вот такая вот миссия. Не очень хорошо мы сыграли, друзья. Но, тем не менее, друзья, и одной птички не хватает, чтобы закончить миссию дня. Ну что же, давайте-ка я отправлюсь тогда с вами либо на болото, либо в пустыню. И там еще найдем последнюю птичку.
Так, ну, давайте-ка, друзья, отправимся мы в пустыню с вами. Вот, здорово. И попробуем здесь поймать последнюю птичку. Либо краба. Любое животное, которое нужно поймать, и миссия дня будет выполнена. А, вот и краб нашелся, друзья. Ну что же, если уже запустили миссию, значит нужно... И вот, вот, друзья, удалось мне поймать одного морского вот такого забавного зомби и еще одного пляжного. О, кроме того, друзья, еще вот есть какая-то... Ой-ой-ой, друзья, оглушили Эджея. Вот так, здорово, неплохо. Отлично, еще одну птичку поймали, друзья. Так, не сработало ружье, к сожалению, ушел зомби. Ну, неплохо. Так, давайте-ка еще вот этого пляжного поймали. Замечательно. Итак, хороший результат. Поймали мы уже, друзья, всех птичек. И миссия дня сегодняшняя выполнена. Жаль, друзья, только не удалось нам поймать мелкого зомби. Итак, давайте-ка посмотрим, какая же у нас сегодня награда. А сегодняшняя у нас награда. Миссию дня мы выполнили. Давайте-ка мы соберем. Испытание пройдено. Получить награду. Крутим рычаг игрового автомата. И какие же у нас призы? И призы у нас гайка для улучшения зомби-выжималка. 3 гайки. Здорово, друзья. Очень приятно. Можем мы улучшать зомби-выжималка. А хорошо, кроме того, друзья, давайте-ка запустим зомби-машины, пока вырабатывает продукцию. Отлично. Кроме того, друзья, что там нам еще нужно было? А, нужно было произвести креветки. Давайте-ка мы посмотрим, где же они. Где же эти креветки? Где они спрятались? Вот они. Да. Ну что же, друзья, вот креветки. Сейчас выполнится задание. Единицы продукции мы пока будем продавать понемножку. Вот давайте-ка запустим вот этих репликончиков. Отлично. Вот этих шапочках, шлемах. Пусть пока идет вот производство продукции. Здорово. Ну что же, вот такая вот сегодня, друзья, получилась игра. Хотелось бы лучше, но получилось как-то вот так. Ну что же, давайте я наконец попробую все же еще пройти какую-то миссию в китайском квартале. Возможно, удастся все же нам, друзья, поймать мелкого красного зомби, чтобы уже, друзья, запустить зомби-машинку и на этом спокойно попрощаться. Итак, возьму я, друзья, пушку Теслы. Будем пользоваться чаще по углам. Попробуем все же поставить, если будет ходить красный зомби, будем выставлять здесь ловушки. Ну что же, давайте-ка я так и вот сделаю. Вот установлю здесь ловушку, брошу мозг и попробуем поймать. О, кстати, птичка не вовремя попала. И... Нет, не хотел я этого делать, друзья. Вот, то есть, самонаводящаяся здесь ловушка Теслы, не стоило этого сделать. И вот так, да. Вот, будете знать, как злить Эйджея. И давайте-ка посмотрим, кто здесь. И вот здесь оказался вот такой вот забавный маленький зомби, летающий. Вот, отлично, очень хорошо. И вот так. И давайте-ка, друзья, установлю я здесь вот ловушку Теслы. И посмотрим, друзья, удастся ли мне поймать здесь зомби. Итак, вот. Ага, вот, сработала ловушка, к сожалению, не попался мелкий красный зомби. И что же здесь у нас? А вот здесь я, друзья, установлю еще одну ловушку, но не постараемся сработать без нее. Итак, прячемся. Посмотрим. Ага, вот, друзья. И да, вот сработала ловушка и удалось нам поймать мелкого зомби. Отлично, плюс еще очко мастерства. Итак, хороший результат. Здорово. Итак, друзья, возвращаемся в кафешку, запускаем зомби-машинку и на этом уже будем прощаться. Итак, здорово. Бизнес Эйджея идет, вырабатывается продукция. Давайте-ка мы еще посмотрим, что здесь ему запустить. Ага, вот эту еще зомби-машину запустим. Итак, вот еще один красный зомби найден и зомби-машина запущена. Здорово. Ну что же, друзья, на этом мы прощаемся, а другие приключения нашего любимца Эйджея смотрите в плейлистах. В конце видео будет ссылочка на плейлист.
Кроме того, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Чтобы не пропустить ни одной серии, друзья, нажимайте, пожалуйста, на колокольчик в правом верхнем углу, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. А пока, друзья, мы на этом прощаемся. Всем пока-пока, до новых встреч с нашим любимцем Эджеем. До встречи, друзья, всем пока!